Ох, всем привет, мои дорогие зрители, уважаемые подписчики моего канала. Меня зовут Юра, и вы смотрите очередной эпизод, снятый по игре Minecraft на сервере Minecraft Moscow. С вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем. Ну что ж, за то время, что я не снимал эпизодов, это где-то 7, может быть, 8 часов, рядом со мной обосновалась целая деревня моих подписчиков, мне прям некуда деваться, если вкратце, то... Сейчас мы с вами будем пытаться как-то от них скрыться. Ну, я, правда, я еще не придумал, как мы это с вами будем делать, но уже планирую. Что ж, ребят, в этой серии мы с вами побежим в раскопки, как я люблю, в долгие раскопки, надолго. За углем преимущественно, потому что мне нужен уголь для сотворения очень большого количества стекла. Ну, конечно же, за всяким там железом, я не знаю, что еще может быть, редстоун. Булыжник. Ну, в общем, как получится. Что ж, сейчас я быстренько закрою здесь дверь, и мы с вами побежим. Вообще, если вкратце, то я планирую сделать себе стеклянный потолок вот тут вот. Ну, так как я все это заплевачу, сломать это будет, надеюсь, я правильно заплевачу, и сломать это будет ничего нельзя. Дай бог, дай бог, я вот это все сделаю, чтобы мой огород тут не топтали. Чтобы вот это никто не смог сломать. Да еще и как-то самому будет приятнее, если, знаете, такой... В закрытом помещении это тоже все намного легче. Ну что ж, поехали. Так. Кстати, за то время, пока что не снимал эпизоды, я сейчас посидел, подумал, и наконец-то смог заприватить всю эту территорию, то есть думаю, что сейчас у меня все правильно. Хотя я в этом не уверен. Эпизод я снимаю ночью, чтобы меня никто не доставал. Блин, все, побежали за мной уже. Я быстренько скрываюсь от них. Господи, что ж такие залагивания-то? Страшные просто, ну ладно. А я тебя не пущу. Надеюсь, что ты не усмотришь эту серию. Так. Ну, поехали. Нам с вами нужно спуститься далеко-далеко вниз. Кстати, спасибо тому человеку, кто подарил нам кирку. Вот это вот самое, правда, я не запомнил твой ник. Но все равно тебе спасибо. Так. Ай, блин. Ну ничего не может быть вот... Блин. Ничего не может быть просто. Так. Давайте мы с вами будем вырубать факелы. А, там, кстати, у нас был... О, уголь. Так, мы с вами пошли за углем, собственно, это нам нужно сейчас. И причем угля нам нужно прям много, чтобы хватило на 2 стага песка, чтобы из них хватило сделать себе очень много стекла, которое мне... Очень сейчас нужно. Так, ну это вообще-то обычная пещера, то есть здесь мы ничего с вами не найдем, нужно спускаться вниз. Ого, да тут прям какие-то раскопки велись, мне кажется. Хотя, конечно, тут, наверное, весь день сейчас копали, стояли, все выкупали, мне ничего не оставили. И, кстати, ребят, все, кто предлагают мне там ресурсы добывать, что-то там дарить мне всякие алмазы, прошу вас этого не делать, потому что я хочу играть, то есть как бы... Я играю с вами, но я хочу играть как бы один, чтобы весь этот процесс, все это развитие снимал я для моих подписчиков, и чтобы все это было более-менее понятно, а не чтобы так, знаете, на самом деле вы мне можете сразу же все подарить, дом там, я не знаю, заплевать его под меня, куча алмазов и все, собственно. Но так мне интересно же играть, поэтому я буду делать все сам, и не нужно просить, точнее, как просить, помогать мне в чем-то. Блин, я хотел, чтобы на карте было незаметно мой домик. Посмотрите на карту. Мой домик там теперь и правда незаметно под могучими плечами других домов. Нам прям куда-нибудь, знаете, спуститься, чтобы хорошо было так. Факел забыл поставить. А тот нужно, кстати, забрать. То, что я там поставил, нужно забрать, потому что у нас их мало и нужно экономить. Так, поехали дальше. Обожаю раскопки, как они все время интересны. Так, и кстати, блин, самая ужасная новость не то, что там рядом со мной построились куча домов, а то, что мой огород кто-то стоптал, кто-то его снес, и вместе с моим хлебом, кто бы ты ни был, ты плохой человек. Так, поехали теперь в ту сторону. Хотелось бы, конечно, чтобы этот туннель был чисто моим, но боюсь, что это у нас не получится никак. Никак, никак, еще раз никак. Так, ну что, у нас будет пещерка какая-нибудь? А, во, отлично. Обожаю. Уголь. Думаю, что нам не нужно...
Я не понял, что здесь, с угля падает опыт, что ли? Что за лажа? Здесь с угля опыт падает. Но, видимо, здесь, в принципе, за раскопки опыт течет, поэтому... Хорошо, конечно, это все. Так, у нас второй уровень. Раз уж так, то нам нужно с вами будет делать стол зачарования, раз уж он так быстро идет. Пытаться в нем... О! А, отлично, редстоун. Редстоун всегда хорошо. Правда, его все время выпадает так много, что я даже не знаю, зачем он здесь нужен. Мы с вами, наверное, какую-нибудь там дорожечку себе из рельсов сделаем, покатаемся на ней. Если как-нибудь будет время. Кстати, ребята, хотелось бы, кстати, поотвечать на ваши вопросы из комментариев, но думаю, что я отвечаю сейчас на самый такой важный, с какой очередностью будут уходить мои серии, то есть как это все будет быстро происходить. Честно говоря, я не знаю, вот сейчас я выпускаю их вот так очень быстро, потому что... Все, что ли? Коренная порода? Ну, окей. Честно говоря, я не знаю, в какой очередности будут выходить из этой серии, то есть, ну, предполагаю, что там, как будет настроение, думаю, что вот так вот, потому что никогда я не заставлял себя и не насиловал тем, что вот, Юра, давай там снимай сейчас эпизод, поэтому я не знаю, честно говоря, там, вот сейчас мне нравится, например, снимать по этому эпизоду, поэтому выходят они очень часто. Завтра мне это надоест, поэтому я не знаю. Так, ну это определенно не пещера, это, блин, это снова чья-то тропинка уже. Прокошенная, нужно с вами идти туда, наверное, вперед. Думаю, что вы ничего не видите. Поставлю-ка я факел. Хотя я сам тут особо ничего не вижу. Так, а кстати, вот я заметил, что... Есть! О, господи, как мне повезло! Так, окей. Лава, значит, если лава, то пещера. А, отлично, все, нашли с вами пещеру. Забираем факел. Всегда нужно быть очень экономным, ребят. Блин. Обожаю лаву. Как я люблю лаву. Такое количество раз я в ней плавал, что даже не счесть. Ну, хотя бы так. Сейчас отсюда весь уголь заберем. Кстати, мы уже тут четвертый уровень себе накопали. Нужно поскорее зачаровательный стол делать, а для него нам нужно тростник. А где я достану тростник? Думаю, что нужно будет с вами пройтись в поисках тростника как-нибудь. Окей, 34 угля. В принципе, нам, наверное, этого уже хватит. Нужно было с собой ведро с водой брать. Я привык заливать лаву водой. Ух ты, здесь приближать можно. Прикольно. Потому что это удобно. Так, редстоун. В принципе, нам сейчас сильно редстоун не нужен. Если прямо он понадобится нам, то я пойду за ним отдельно. Думаю, что так. Окей. Здесь тоже, кстати, кто-то был. Поехали вон по тому вот краешку. По краешку, по краешку. Уголь. Всегда собираем уголь. Честно говоря, я вот... мне кто-то там писал, я помню, что... Мол, Юра, почему ты... специально, типа, не забираешь камень из пещер. Ребят, я что-то не понял. Зачем собирать булыжники из пещер? Их и так, блин, навалом все время. То есть, я не понимаю лично цели. Если кто-то знает какое-то преимущество в большом количестве булыжников, то напишите мне, пожалуйста, потому что я не знаю, зачем они мне нужны. Только если что-то строить, а мне ничего строить не надо. Окей, там железо у нас, я уже готов. Там железо, нужно построить тропинку себе. И на шифте пойти. Вот так вот. Ну окей, еще три железа, это всегда хорошо. Блин, почему у нас такие залагивания? Может, я что-то... Да нет. Странно, но скорее всего сервер лагает, но шмя могу быть не должно. FPS отличная. Аж за 100, так что... Никаких проблем быть вообще не должно. Угу. Уже шестой уровень. Куда же мне его девать-то? Я не знаю. Ну, нужно попробовать не умирать. Не умирать — это хорошая идея. Окей. А, золото. Вот я собираю золото чисто для того, чтобы... Для пещер, то есть для очередных раскопок я собираю золото, чтобы при случае падения в лаву сразу же не сдохнуть, потому что, насколько вы все знаете, золото, оно прячет от лавы. Поэтому
Поэтому я всегда его собираю и знаю, что оно мне пригодится. Так. По-моему, на этом же наша пещерка заканчивается. Увы. Я-то рассчитывал, там сейчас продолжение будет. Многосерийное. Ну ладно. Сейчас мы с вами как-нибудь... А, вон туда мы пойдем. Это чьи-то раскопки. Может и мои. Не мои, не знаю. Ну, есть уголь, это хорошо. Мы с вами сюда пришли за углем и уйдем с углем. По-другому я не согласен. Ну, давайте, короче, мы с вами сейчас доломаем вот кирку. Пока что она у нас не сломается, я не уйду из этой пещеры. О, жесть, 8-й уровень. По-моему, у меня максимум был уровень 11-й этак. Может быть, теперь на 1-3-1, когда ты ломаешь камушки, у тебя опыт дается? Не знаю, не знаю. Так, пойдемте мы в ту сторону. Нет, это не мои раскопки, потому что... Я никогда не делаю их. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, нет, нет. Мой уголь. Я дам уголь. Все. Отлично. Пойдемте дальше. Я чувствую, что кто-то тут что-то копает. Слышу, точнее. А, это зараза. Везде лава, значит, прямо за нами здесь где-то должна быть пещера. Давайте поищем чужой ник за вот стенами, он должен показываться как бы. Но я его не вижу. Но я слышал определенно, что кто-то копает. Короче, пойдемте с вами вон туда. Не, хотя, подождите, мы дойдем сейчас с вами до лавы, вот здесь вот. То есть здесь у нас лава, да? И тут сверху должно быть продолжение банкета, то есть пещера. То есть пещера. Ой-ой-ой-ой, главное сейчас не сдохнуть. Ну ладно, если не получилось, значит чуть повыше, чуть повыше. Блин, я слышу, как кто-то копает. Не убил бы меня сейчас никто. Вот, это уровень лавы, мы с вами достигли уровня. Блин, кирка сломалась, у меня есть еще одна. К счастью. Так, значит нам с вами сейчас нужно определить, где здесь вход, выход. О, кстати, это у нас... Как он называется-то? Это... Забыл, как эта штука называется. Так, вон туда вот. Здесь у нас лава, значит, вот приблизительно где-то здесь уже... Да что происходит? Не обращать внимания на лаги, мне сказали. Как-то не обращать внимания, смотрите, какой ужас. Так, ну что, будет? Есть что? Нет? Да. Ну, давайте сделаем с вами тропинку вот такую вот. Просто вот когда лава, я всегда обращаю на нее внимание, потому что здесь есть пещера, и значит, может быть, что-нибудь интересненькое. Ну, разумеется, с вами мы в первых раскопках с вами ни за что не найдем алмазы. Это будет нелогично. Ну, короче, ладно, ребят, пошли домой. Сейчас это я все только время зря тащу. Home. Welcome to Strongman Home. Окей, как там наш хлеб? А хлеб вообще растет? Я не знаю, он вообще растет? Нет? Да, нет. Оставим его в покое. Так. Теперь нам с вами нужно построить как можно больше печек. Больше печек, чтобы все это было быстрее, весь этот процесс. Окей. Так, и теперь сюда положить, допустим, 21 угля. Сюда. 32. И сюда. Еще чуть-чуть. Так, теперь берем наш песок. И жарим его. Тут, по-моему, слишком много взяли. Окей. Так, ну что ж, ребят, давайте мы на этом с вами закончим наш выпуск. В следующей серии ждите продолжения банкета. Мы с вами попытаемся заделать все вот это вот... как это? Стеклом, если получится. Ну, а если не получится, то сделаем что-нибудь еще. Что ж, с вами был Стронг. Подписывайтесь на канал, жмите на пальцы вверх. Всем пока.